Вы смотрите и слушаете Радио Свободы. Смотрите нас также на спутниковом телеканале «Настоящее время». Сегодня программу «Лицом событий» веду я, Елена Фанелова, полномочия президента. Мы сегодня будем обсуждать, конечно же, это новые полномочия президента Реджепа Эрдогана, результаты турецкого референдума, который касается того, станет ли, уже практически стало, Турция не парламентской, а президентской республикой. Вот что же это означает? И каким последствиям это может привести, мы сегодня будем обсуждать в студии с турецким журналистом Фуадом Аббасом, руководителем Центра информационных инициатив. Добрый вечер. С Геннадием Владимировичем Гудковым, политиком. По скайпу с нами на связи будут Яшар Ниязбаев, главный редактор издания «Московский комсомолец» в Турции, во второй половине передачи политолог Екатерина Шульман. Николай Клеменюк уже на связи, немецкий журналист, постоянный автор «Франкфуртер Альгемайне», востоковед и политолог Алексей Малашенко и корреспонденты «Радио Свобода» в Турции Мария Севальнева и в Грузии Давид Гамцемлидзе. Значит, друзья, я хочу сначала, чтобы мы посмотрели, и наши зрители и слушатели посмотрели репортаж Reuters, который, в общем, коротко, но емко рассказывает о том, что происходило вчера в Турции и коротко какие... Коротко о главном, да. Давайте, у нас такая будет небольшая политинформация. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе на инициированном им конституционном референдуме. По результатам подсчета большинства бюллетеней, почти 52% граждан проголосовали за превращение страны из парламентской в президентскую республику. Турция приняла историческое решение по конституционной системе, о которой спорили на протяжении 200 лет. И это вовсе не рядовое событие. Реформа значительно расширит полномочия президента страны. Он получит право назначать министров и почти всех членов Конституционного суда, распускать парламент и вводить чрезвычайное положение. Кроме того, с учетом результатов референдума, Эрдоган сможет управлять страной до 2029 года. Лидер оппозиционной республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что голосование проходило с нарушениями и что он будет требовать пересчета до 60% бюллетеней. По его словам, это связано с решением учесть бланки, не проштампованные представителями избирательной комиссии. «Мы уважаем выбор народа, но его омрачает незаконное решение Высшей избирательной комиссии. Это делает результаты референдума спорными как в законодательном поле, так и в сознании людей». В ночь на понедельник несколько сотен человек, выступавших против объявленных результатов референдума, вышли на акцию протеста в Стамбуле. Демонстрация носила в основном мирный характер, за исключением небольших перепалок со сторонниками действующего президента. Да, несколько сотен человек вышли, при том, что голоса разделились почти пополам. Ведь с очень небольшим отрывом, так сказать, проект Эрдогана победил. Я хочу, чтобы наша коллега Мария Севальнева прокомментировала эту историю. Вот вы, Мария, внутри находитесь, вы чувствуете, что происходит. Народ готов протестовать или все с энтузиазмом поддерживают, так сказать, даже те, кто не согласны с этим решением, итоги турецкого референдума? Как вообще все это выглядело? Ну, на самом деле, ни то и ни другое. Да? Я могу сказать, что, скажем так, протестных настроений нет. И об этом вообще даже говорит тот факт, что у нас по-прежнему работает Твиттер и Фейсбук. То есть этого и власти не ожидают, и, в общем, это не обсуждается. Все протесты, которые были, они были вчера в Анкаре, в Стамбуле и в Измире. И сейчас, скажем так, протестной деятельности не наблюдается. Но очень активно, конечно, обсуждаются результаты референдума. И общее, скажем так, чувствуется разочарование. Очень обсуждаются фальсификации, те манипуляции, о которых, соответственно, заявляла Республиканская народная партия. С большим скепсисом говорят о Верховной избирательной комиссии. Но, скажем так, какой-то борьбы с результатами, тем более вот выхода на улицы, не ощущается. Мария, а как пресса реагирует на эти результаты? Первые аналитические какие-то комментарии существуют? Да, конечно. Уже, в общем-то, аналитические комментарии, они, опять-таки, их высказывают, скажем так, критически высказывают, естественно, только вот те немногие оставшиеся оппозиционные издания. Но отмечается, во-первых, что победа Эрдогана, в общем-то, не совсем победа, потому что все-таки, да, это 51%, и разрыв крайне минимальный, да, с теми, там, 48,5%, которые проголосовали против, да, при явке
чуть более 85%. И получается, речь идет о том, что страна фактически оказалась разделена. И более того, выяснилось, что практически вот, да, половина избирателей, они больше не поддерживают ни Эрдогана, ни правящую партию «Справедливости и развития». И, соответственно, скажем так, вот та самая победа, которая, в общем-то, заявляет сейчас Эрдоган, она не совсем победа. И еще, как бы, да, обсуждается то, что на данный момент агитация, да, которая, в общем-то, вела и правящая партия, и Эрдоган, она затрагивала все ресурсы, да, то есть это были административные ресурсы, на это тратились госденьги, опять-таки был прессинг на тех, кто, скажем так, агитировал за то, чтобы на референдуме не было сказано «нет». Скажем, те люди, с которыми выступали против, был высокий шанс быть обвиненным в связи с Фетхуллахом Гюленом, что практически нет связи с террористической организацией, или напрямую в терроризме. Но даже вот при всех этих усилиях все равно вот такой результат, все равно 51,4%. И обсуждается, конечно, еще то, что сейчас, когда и у Эрдогана, и у его партии, у них практически, да, не осталось оппозиции, которая, не осталось оппозиции, с которой были бы ресурсы, да, противостоять им, у них не будет, скажем так, возможности списать какие-то неудачи и на международной арене, и во внутриполитической жизни на противостояние, да, врагам. То есть теперь Эрдогану придется справляться с кризисом, прежде всего экономическим, который сейчас очень серьезный в Турции, самостоятельно. И, в общем-то, те, кто выступал против референдума, они как раз сейчас говорят, что не стоит сдаваться, потому что велика вероятность, что, естественно, справиться с таким проблемой будет крайне сложно. И вот тогда те самые избиратели, которые вот в том 51%, есть шанс их переубедить, изменить свою точку зрения. Мария, спасибо. Я в студию обращусь к коллегам. Чего опасаются все комментаторы, наблюдатели, политики? Я сегодня уже соцсетей начиталась, и там народ говорит, вот это пришло, это новый популистский шаг. Это то же самое, что в ту же корзиночку политическую отправляется, что и Брекзит, что и Трамп, что и поведение российского президента. Значит, пришел, ну, такой вот Эрдоган, он всегда себя любил, как бы позиционировать как очень сильного политика, политика такого лидера нации, вот это все. Вот чего народ опасается и чем это может, например, во внутренней и внешней политике, ну, давайте, наверное, с Давайте начнем со специалиста. Окей, давайте с Фуада начнем. Фуад Аббас, пожалуйста, какие опасности? Да никаких опасностей нету. И не знаю, какие комментарии вы читаете, я так таковых опасений не со стороны турецкой прессы. Может быть, я оппозицию не так читаю, как вы читаете, да? Но хочу подчеркнуть некоторые детали. Во-первых, все говорят победа Эрдогана. Угу. Эрдоган уже давно президент, он, ну, может быть, и 29, до 29 года и не будет президентом, как это везде утверждается. Это же второй срок, он должен переизбираться, чтобы после 2024 года еще был президентом. Да? То есть это первый момент. Во-вторых, все изменения, которые происходят сегодня в Турции, несколько раз были попытки сделать такие изменения. То есть превращать Турцию из республиканского государства, парламентского государства, угу, в президентское государство. Но не удавалось. А не напомните обстоятельства? Это Мендерес. Он в свое время приехал в Советский Союз. Он встречался в Москве как бы высшими партийными руководителями. Потом вернулся в Турцию, выразил готовность сотрудничать с Советским Союзом. И не прошло и недели, военный переворот, одного Мендереса повесили, угу, и арестовали несколько сотен тысяч людей, которые его поддерживали, и хаос в Турции. То же самое произошло с Тургут Озалом. Слава богу, что его никто не повесил, но его отравили. Он тоже хотел изменения сделать, он хотел сближаться с Россией, Москвой, он ходил по всем бывшим советским государствам, встречался с их лидерами, но опять почувствовали что-то неладное и опять получили тот же самый результат. Сейчас еще одна попытка, но это попытка намного сильного лидера, чем эти предыдущие. Хотя вы говорите, что он себе позиционирует как сильный лидер. Он и есть на самом деле сильный лидер, если за него голосует больше половины населения Турции. Хочу подчеркнуть одну деталь.
как бы там ни говорили про тех, кто проголосовал «нет», они все-таки являются гражданами Турции, где бы они ни жили, хоть в Европе, хоть в других странах, хоть в самой Турции. Они являются патриотами Турции, они хотят хорошего Турции. Они ничего плохого Турции, если даже и референдум не удался в их пользу, да, они ничего плохого для Турции не сделают. Нельзя ожидать каких-то волнений, акций протеста. Все, что произойдет в Турции после этого, это будет только с провокацией внешних факторов, которые имеют огромное влияние на внутреннюю политику. Вот как раз-таки суть этого референдума для того, чтобы снизить вот это влияние, внешнее влияние на внутренний фактор, чтобы... Если можем, мы чуть позже к этому вернемся, конечно. Это страшно любопытно. У нас студия меня предупреждает, что Алексей Малашенко у нас с нами очень недолго может быть конечно, на связи. Если можно, я попрошу его высказаться, его комментарий. Алексей, пожалуйста, востоковед и политолог Алексей Малашенко. Спасибо большое за предоставленную возможность. Понимаете, какая вещь? После того, что говорила Мария, в общем-то, говорить больше нечего. Потому что я давно не слышал такого тонкого, профессионального и взвешенного анализа той ситуации, которая сейчас там возникла. Это, в общем, я бы сказал, сам жемчужина на фоне того, что сейчас говорится. Сейчас, ну, поскольку действительно много сказано, то возникает вопрос, а что будет дальше? И вот тут тоже очень правильно высказывалась мысль, что Эрдоган принимает на себя всю ответственность. А если у него что-то не будет получаться? И вот тогда те самые там 48-49%, это во-первых. А во-вторых, та часть, вот те 51,4%, которые за него голосовали, могут еще раз сказать свое слово. Не завтра, не послезавтра, но люди, которые проголосовали, они верят, что все будет хорошо, они доверяют Эрдогану, а те, которые проголосовали против, не за него, они будут ждать, где он ошибется. Поэтому я считаю, что в этом референдуме заложена мина. Совершенно не обязательно, что она взорвется, потому что Эрдоган – это умный человек, это трезвый человек, и он сейчас будет делать все возможное, чтобы оправдать результаты референдума в свою пользу и набрать наибольшее количество своих сторонников. Это очень трудно. Это очень трудно, хотя он человек жесткий. Мы знаем, как он поступил после переворота. И сейчас огромное количество обиженных. И обиженные эти сам ждут, когда есть возможность его дезавуировать, выступить против него. Поэтому сейчас, по-моему, такая ситуация, она, кстати говоря, для авторитарных режимов, а турецкий режим однозначно авторитарный режим, она очень типична. Причем я бы даже сказал европейско-авторитарных. Почему? Потому что там есть демократия. Простите меня. Общество разделилось, и какая-то часть общества действительно внутренне готова к протесту. Я думаю, что даже не ближайшие годы, а ближайшие месяцы, ну, может быть, год, будет ясно, на что способен Эрдоган и как все будет дальше происходить. Это первое. А второе, через запятую, возможно, кому-то покажется не самое главное, но тем не менее. Дело в том, что помимо всего прочего, помимо авторитаризма, помимо внешней ситуации, внутренней ситуации, Эрдоган еще играет на исламском поле. Да, он умеренный исламист, да, он прекрасно разбирается в исламе, во всяком случае для себя. Но если он будет дальше вот этот вот исламский тренд продолжать, то у него неизбежно появится конкурент, потому что есть люди, которые на исламском поле могут его и переиграть. Это совершенно не обязательно, что мы вот сейчас увидим, что уже есть какой-то готовый религиозный харизматик. Но тем не менее, по-моему, он это недоучитывает. Если он действительно будет проводить, вот там по-разному говорят, умеренная исламизация, ползучая исламизация, это уже дело вкуса, то он упрется в какого-то соперника своего, причем не того, который там сидит в Америке, а местного. И это его проблема, которую, по-моему, он не понимает. Видите, какая вещь? Он не в Европе. Сам Турция не в Европе.
Турция – это мусульманское государство, которое он подтвердил, сам Эрдоган, что мы в первую очередь мусульманское государство. Если мы мусульманское государство, мы должны, мы, и он, и элиты, и вот люди, которые вокруг него, соответствующим образом действовать. До каких пределов? Как он будет общаться вот с этими, так скажем, исламистами более радикальными? Это его будущее. Это его будущее. И с этой точки зрения, вы знаете, я вспоминаю когда-то, ну лет 5-6 тому назад, это было давно, но тем не менее, по-моему, это свою актуальность сохраняет. Один военный турецкий как-то в таком приватном разговоре мне сказал, что вы еще дождетесь турецкого Хумейни. Эрдоган, конечно, не Хумейни. Но вот турецкий Хумейни при нынешней ситуации, я думаю, что он уже родился, у него уже есть свои амбиции. И если все будет развиваться вот так, как сейчас, и у Эрдогана будут проблемы, будь то в экономике, в политике, еще где-то, то у него появится соперник, и он появится вот именно на этой исламской ниве. Поживем и видим. Пока кажется, что все хорошо, вот сегодня для него. Но это очень зыбко, несмотря на то, что он, конечно, себя ощущает победителем, и с этой точки зрения психологически его можно понять. Но, по-моему, вот эта вот, как вам сказать, история Турции 21 века, она только-только начинается. Алексей Малашенко, большое спасибо. Я, конечно, с большим интересом, чем на новых имени, посмотрела бы, может быть, на нового Кемаля Ататюрка, но это уже туркам решать, а не значит, сторонним наблюдателем, как им быть. Геннадий Владимирович, созрели для реплики? Да я давно созрел. Давайте. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это выбор турецкого народа, а не российского народа. Мы его принимаем, безусловно, поэтому я высказываю свою частную точку зрения на происходящее событие. И вообще, что для России? Для России, для безопасности, для народа. Ну, конечно, совершенно очевидно, что Турция идет по пути ужесточения авторитаризма. Теоретически создаются предпосылки даже к диктатуре. Понятно, что сегодня там 50 на 50 или 49 на 51. Но мы знаем, как авторитарные руководители в тоталитарных государствах добиваются результатов, когда там 99 поддержки при 99 явке. Ну, у нас пример Чечни. Далеко ходить не надо. Там, по-моему, 99-98 у нас голосует. Из них, по-моему, такой же пропорция за партию власти. Поэтому сейчас там наладится, все поправится. Опять получится там 65 или 66 или 86 будут поддерживать турецкого президента. Но я думаю, что для нас это очень плохо, для России, в стратегическом смысле. Потому что что лучше? На границах наши соседи огромные, турецкое государство огромное, но большое. Серьезная экономика, с огромной армией, с большим флотом. Это демократическая предсказуемая страна, которая, как бы так сказать, и в НАТО, и практически в ЕС, она уже почти была там одной ногой в ЕС, которая управляемая, которая демократия настоящая, да, где там есть разные точки зрения. Государство светское. Я всегда говорил, что как только кто-то называет государство там мусульманским, христианским, иудейским, каким-то, все, ребят, тушите свет. Потому что как только религия становится государством или религиозная какая-то догматика становится государственной идеологией, образуется жуткий риск для всей мировой цивилизации, что эта идеология будет использоваться для совершенно иных целей. Поэтому для нас это очень плохо в стратегическом плане. Совершенно очевидно, что не только это будет усиливаться авторитарные линии, это может быть даже путь к диктатуре, но и совершенно очевидно, что будут усиливаться те же самые настроения, как у нас, этой великой державы. Я напоминаю, что Турция когда-то была там огромной Османской империей, которая влияла на весь Ближний Средний Восток и часть Европы. И она вряд ли рассталась с амбициями. Где-то в глубине души все равно историческая память есть. А с учетом того, что она еще является и членом НАТО до сих пор, я думаю, сейчас там НАТО репу чешут, извините за непарламентское выражение, очень сильно, серьезно после сегодняшнего референдума, так же, как и в ЕС, кстати говоря. Вот. То для нас это непредсказуемая политика, которая базируется на точке зрения лидера, с какой там он ноги встал, что он думает, какие его там личные амбиции. Он тем более там имеет возможность до 29 года фактически несменяемую власть. Это всегда плохо, несменяемая власть. Несменяемая власть рождает вождей, фюреров и диктаторов, мы это знаем из собственных исторических примеров. Поэтому я думаю, что это очень плохо для нас, потому что мы
получаем на своих границах не какое-то там демократическое государство с понятными принципами игры и правилами и уважением норм международного права. Мы получаем государство довольно-таки авторитарное, которое может там руководиться каким-то импульсивным лидером. Ну, чем это кончается, мы знаем. У нас уже и самолет там сбивали, и обострение отношений. И мы знаем, что там из наших СМИ киселевских, как там Эрдоган обвинялся в контрабанде этой черной нефтью, в смысле черной нелегальной нефтью, ну и так далее. Поэтому, если все это суммировать, то, конечно, это Европе удар под дых, нам это большой минус. НАТО – это головная боль непереносимая. Ну, а с точки зрения турецкого народа, ну, он имеет на это право, мы не имеем, как бы так сказать, право его критиковать за это, решили они так, но пусть так живут. Потому что, если мы говорим о президентской республике, то мы имеем в виду удачный пример президентской республики, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. Угу. Я хочу просто напомнить радиослушателям, телезрителям, что президент Соединенных Штатов Америки, вот сейчас Трамп показывает своим примером великолепный образчик этого, президент Соединенных Штатов Америки ограничен американской системой власти. Ему там шаг вправо, шаг влево, то Конгресс ему не дает, то Сенат его там контролирует, то суд его может запретить все действия и так далее. Вот система сдержек противовесов, которая есть в американской президентской системе, она нивелирует гигантские полномочия президента и делает систему сбалансированной. Что происходит с другими системами, с президентским полномочием? Ну, например, России далеко не надо ходить, да? Рукотворный кризис, международная изоляция, задирание... При том, что Россия президентско-парламентская. Вот, знаете, президентско-парламентское для этих самых, для учителей общественных наук. А я прекрасно знаю, что это тотальная президентская республика с гиперполномочиями, которые не снились даже абсолютно монархам. Поэтому систем противодействия, систем сдержек в России нет, так же, как нет их в Казахстане, так же, как их нет в Узбекистане, так же, как нет в других деспотиях азиатских. Поэтому ничего хорошего это по большому стратегическому плану не писать. Ну, может быть, в силу личного характера и личных, скажем так, мировоззрение Эрдогана что-то будет не так, как мрачно, как я сказал. Но ведь это же принято не под Эрдогана, вернее, принято под Эрдогана, но президенты уходят и приходят, а ведь народы и система власти остаются. И неизвестно, что в голове возникнет у, предположим, нового президента, который придет к власти Турции, предположим, в 2024 году. Хотя, честно говоря, я не верю абсолютно ни на секунду, ни на грамм, что Эрдоган может добровольно оставить свой пост в 2024 году. Не верю просто в это. Геннадий Ильич, спасибо за этот блистательный спич. Правда, не очень... как это сказать, не очень оптимистичные вот для развития историю вопроса. Я бы обратилась сейчас в Германию. Меня очень интересуют результаты голосования, так сказать, в других странах. И вот довольно распространенное в Европе, да, вот такое распространенное мнение. Сегодня уже все просто оттоптались на нем, что все комментаторы и политологи, что якобы немецкие турки или турки, проживающие в Германии, имеющие турецкое гражданство, проголосовали просто вот стройными рядами пошли и проголосовали за вот это вот, за вот это вот решение, да, за этот референдум, 65%. А я за прошу... президентскую, да? Да, 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 да. А вот, и это дает основание нашим, значит, ехидным русскоговорящим товарищам говорить, ага, ну такие же, как и русская диаспора. Это вот комплекс неполноценности. Я всегда говорю, что в России, например, я там про турок не буду говорить, но думаю, что то же самое, похожее, испытывает комплекс неполноценности по отношению к по-настоящему развитым странам. Слушайте. Мы все время где-то завидуем, где-то мы там злимся. Знаете, вот как семья неблагополучная живет во дворе и видит, как там благополучная семья, там машины красивые, там девочки нарядные, мальчик, там сказать, культурный. Что нужно сделать хулигану дворовому? Ну, по морде дать мальчишке, так сказать, дернуть за косу девчонку, чтобы она заплакала, и нарисовать нехорошее слово на стекле или там, или где-нибудь на капоте машины. Ну, вот мы примерно так же. Поэтому меня это совершенно не удивляет результат голосования турецкого населения. Подождите. В Германии они все-таки там, ну, как бы на вторых ролях. Давайте мы послушаем, как они на самом деле голосовали. Вот Николай Клеменюк может нас просветить, наконец, на этот счет. Может, мы не правы. Да, Татьяна... В Германии действительно говорят о результатах голосования среди немецких турок. Здесь нужно сказать вот что. В Германии живут 3-3,5 миллиона турок.
Из них только 1 400 000 имеют право голоса в Турции. То есть большая часть немецких турок – это граждане Германии. Причем в связи с особенностями немецкого законодательства очень мало людей, особенно людей старше 25 лет, у которых было бы двойное гражданство. Первое, что первый выбор, с которым сталкивается немецкий турок, это выбор, какое гражданство ему иметь. Иметь ему гражданство Германии или иметь ему гражданство Турции. Какой страной люди себя чувствуют более связанными. Не иметь немецкое гражданство не значит быть пораженным в каких-то существенных правах. Это значит исключать себя, не иметь немецкого гражданства, это значит исключать себя из немецкой политической жизни в пользу политической жизни турецкой. Значит, большинство живущих в Германии турок граждан Германии, а не граждан Турции, и в этом референдуме участие не принимали. Это раз. Два. В Германии среди имеющих право голоса немецкую явка была довольно низкой, порядка 50%. Таким образом, из живущих в Германии турок за Эрдогана проголосовали 13%. И эта цифра не дает никакого основания считать, что все немецкие турки своими рядами хотят поддерживать Эрдогана, авторитаризм, диктатуру и так далее. Эта цифра не говорит более или менее ни о чем. Важно понимать еще вот что. Из разных иммигрантских сообществ, общин многочисленных, турки исторически одна из самых политически активных, в отличие, например, от выходцев из бывшего СССР. Среди немецких граждан турецкого происхождения довольно много крупных федеральных и региональных политиков. Немецкие граждане турецкого происхождения активно участвуют в выборах, и достаточно широкий спектр политических симпатий, в основном, скажем так, левоцентристские партии пользуются предпочтением. Это социал-демократы и зеленые. Это не очень сочетается с идеей, что немецкие турки в массовом порядке поддерживают установление авторитаризма в Турции. Есть еще один важный момент. Он относится как к самой Германии, так и в Турции в целом. Не нужно недооценивать нашу с вами профессию. В Турции арестованные и находятся в тюрьмах тысячи журналистов. Они изъяты из общественной жизни. И они изъяты из общественной жизни неспроста. Они изъяты из нее, потому что они имеют влияние на общественное мнение. Это влияние существенное, важное. Среди заключенных в Турции журналистов есть в том числе, значит, наш немецкий коллега, корреспондент газеты «Die Welt» Денис Ючель, которого в Турции обвиняют в пособничестве террористическим организациям, и который в Германии много лет был одним из ведущих журналистов по турецкой теме, очень критически настроены по отношению к Эрдогану. И
Естественно, что немецкие турки точно так же лишены этой свободной турецкой прессы, как и лишены турки в Турции. И картина мира, картина политического процесса, который они получают, это искаженная картина. Вот. И даже если мы говорим о результатах общих референдума, как очень справедливо сказала моя коллега с репортажа, который начиналась передача, эти результаты получены в обстановке беспрецедентного давления и в общем абсолютно недемократической ситуации. В Германии точно так же, как и в Турции, конечно, в других масштабах, но происходило запугивание людей, агитировавших против изменений в Конституцию, агитировавших за нет, вот это тоже сыграло свою роль. Соответственно, мы имеем то, что имеем. Мы имеем эти 60%, которые очень печальны, но которые ни в коем случае нельзя считать отражением общего настроения турецких, немецких турок, живущих в Германии. Спасибо, Николай. Я, если с нами на связи Яшар Ниязбаев, я бы спросила у него, согласен ли он с этим мнением, главный редактор издания «Московский комсомолец» Турции, человек, который не раз выступал с оппозиционной точкой зрения по отношению к происходящему в Турции. Вы на связи с нами? Да, я с вами слушаю. Добрый вечер. Вот вы согласны с тем довольно, как мне кажется, радикальным мнением, которое высказал Николай Кременюк о преследованиях прессы и о том, что необъективная картина мира, которая в результате возникает, влияет на результаты референдума в том числе. Как вам это кажется? Я во многом согласен с коллегами, которые выступали до меня, и Алексей Малашенко, и корреспондент из Стамбула. Также вот то, что сейчас я услышал, во многом я согласен, только единственное, нужно заметить, что... Так, извините, я просто себя слышу, мне надо тебя, наверное, отключить, да? Так, вот так, наверное. В общем, единственное, что я считаю, что я хотел бы заметить, что давайте обратим внимание на результат. И если мы посмотрим на результат, то это... говорит о том, что не совсем-то и получилось успешно у президента Эрдогана донести вот эту идею при всем при том, что он владеет практически 90% всех медиа, которые существуют в Турции. Кроме этого, печатные издания, это все должно было повлиять, по идее, но, как мы видим, оно не повлияло. И я тоже был удивлен результатами, но я ожидал, что будет процент выше, как раз-таки по той самой причине, что и картина должна быть искаженной. Ведь если смотреть на долю соотношений оппозиционной прессы и проправительственной прессы, она огромная, разница, вернее, огромная. А то, что мы получили в результате, говорит нам о том, что сомнений было так много, что даже это давление серьезное, да, в средствах массовой информации, оно не смогло сыграть свою роль. И еще хотелось бы заметить, что, к сожалению, вот эта риторика, которую использовал президент Турции, она понятна, понятна потому, что ему не хотелось пояснять своим гражданам, что именно хотел президент, прося в этих статьях, которые будут изменены. Ему хотелось побыстрее добиться результата, и это он сделал, создав некий образ врага,
создав врага не только за рубежом, как это, например, было с Европой, это, можно сказать, добавило 2-3% в пользу изменений, в пользу тех, кто голосовал за изменения. И это сами признали представители правящей партии Турции, что то, что произошло в Германии, в Голландии, это только стало большим достижением в пользу правящей партии. И на референдуме они получили, по их словам, 2-3%. А что касается вот того, что, какую еще риторику они использовали, кроме того, что враг был внешний, так и внутренний, все те, кто голосовал против, вернее, когда Эрдоган рассказывал об этом, он говорил, все те, кто проголосует против, и те, кто стоит на стороне против изменений, это те, которые 15 июля, то есть в день попытки переворота, в ночь попытки переворота, бомбили граждан. А те, кто погиб, это те граждане, которые проголосуют за поправки. Понимаете, вот эта риторика, она очень сильно, по-моему, разобщает, разделяет общество. Да, это легко, благодаря таким вот высказываниям, благодаря таким вот резким выражением создать некое чудище, против которого нужно бороться и консолидироваться, это помогает. Но что будет после референдума? Вот здесь тоже как бы звучали правильные высказывания о том, что мы получим в результате. Какую Турцию мы получим после референдума, за этим нужно смотреть. Я тоже вот слежу за событиями в Турции и согласен с тем, что особо протестных настроений нет. И знаете, многие турки, которые против, они же даже боятся высказываться, понимаете? Они не хотят высказываться, потому что они понимают, что это чревато. Чревато тем, что им потом это могут предъявить в нынешней ситуации, когда каждый, кто высказывается против, если его называют, как мы уже сказали, вы те, кто бомбил 15 июня, а то есть это переводится как предатели, то каждый, кто высказывается против, он получается нежеланный в государстве человек, хотя их 49%. И давайте признаем, это каждый второй. Гишар, спасибо. Ну, вот я предлагаю нам посмотреть, как народ на улицах Москвы, который не боится высказываться, рассуждает о том, как бы возможно ли было увеличить полномочия президента Путина по аналогии с президентом Эрдоганом. И вот после этого обсудим тогда все, что мы услышали. Достаточно ли полномочий у президента России? Вообще, я считаю, что полномочий у него предостаточно, чтобы навести в стране, в принципе, порядок. Вот. К советскому времени мы не вернемся, это практически нереально. Но вот уже то, что у него есть в руках, да, я думаю, вполне можно было бы поднять здравоохранение, культуру, образование. Хочу больше, хочу меньше. Если ему нужно больше, я делегирую больше. Если ему нужно меньше, можно забрать. Да вроде и так все сходится, так сказать, на него. Зачем? Я не слышал какой-то идеи о том, что их нужно увеличить. Вполне достаточно. А что еще вы имеете в виду, чего у него нету? Если сравнить, что сейчас Эрдоган у себя вообще всю власть взял и будет строить Османскую империю великую, то у нас этого не будет. Мы европейцы, хоть и говорят, что мы не европейцы, но мы европейцы. Может быть, и стоит побольше, потому что очень много коррупции. Мне кажется, надо ее решать. Вопрос это серьезно. Ну, наверное, не хватает возможностей или руки еще краткие у нашего президента, чтобы всех, в общем-то, как-то навести порядок во всех. Достаточно. Нормально он управляет, справляется. Мне кажется, что достаточно. Не нужно. Нашему президенту не нужно. По-моему, достаточно и так полномочий. У нашего президента много полномочий, даже слишком, мне кажется. И, по-моему, он как раз выбирает вообще все, в том числе и даже свои полномочия. Увеличение их или уменьшение? Ну, я бы хотела, конечно, чтобы было как положено в Европе, чтобы все-таки право выбора было у человека, у людей. Все-таки, чтобы у нас очень стало похоже на
восточную страну? Я думаю, в принципе, да. Как бы что-то сверх того, что уже есть, уже выше прыгнуть невозможно. Так что, ну, в принципе, учитывая то, что и президент России, вот, как сказать, ввел авторитарный режим, в принципе, и в Турции, в последнее время тоже наблюдается достаточно авторитарный режим. То есть, так что уже, как бы, уже выше, ну, просто некуда. Ну, вот этот опрос, это буквально иллюстрация к вашему, Геннадию Владимировичу, выступлению. Я бы сказала, что народ придерживается того же мнения. Какого? Но вообще, вот, у меня вопрос, вот насколько правомочно сравнивать... Ну, 177 войн даром не проходит. Ну, понятно. Ну, давайте, знаете, что? Вот я спрошу у всех, вот, можно ли, корректно ли сравнивать российского президента и турецкого, корректно ли сравнивать режимы, корректно ли сравнивать вот этот проект, да, с референдумом? Одно и то же. Конечно, вот, одно и то же, да? Фуат не согласен. Вы знаете, хочу сказать кое-какие вещи. Ну, конечно, я совершенно не согласен. Можно я вас предупрежу, всеми, господа, что у нас Екатерина Шульман на связи по скайпу со своим выступлением. Ну, давайте, мы должны послушать. Давайте говорить, что вы не согласны. Нет, я могу послушать Екатерину, если она как тоже спешит, как Малашенко. Нет, она уже не спешит до конца эфира, я надеюсь. Вот смотрите, надо понимать одну вещь. Есть две полярности. Россия и США. И есть страны, которые на стороне США, есть страны, которые на стороне России, есть страны, которые колеблются туда или сюда. И все зависит от отношений России и США, каковы их отношения будут, где будет перевес, эти страны будут на той или иной стороне. Турция сейчас вот один из этих стран, который колеблется. Угу. И нельзя вот сейчас рассуждать все, что происходит в Турции, так как, допустим, в Европе, да, происходит, и то же самое в Соединенных Штатах. Потому что там нету таких внешних угроз. Там нету таких внутренних вызовов, там нету такой оппозиции, там нет такой прессы, как вот сейчас все критикуют, что вот Турция оппозиционная пресса. Ну, а что делать с такой оппозиционной прессой, которая не просто занимается своим делом, а занимается пропагандой тех нравов, тех стандартов, которые им прививают со стороны Европы. Но это не совсем правильно для турецкого общества. Ну, слушайте, Турция же хочет войти в ЕС, тогда, видимо, ну, должны быть люди, которые тоже что-то согласен, там пропагандируют. Я тоже не согласен тоже. Господин Гудков сказал, что Турция одной ногой была в Европе. Турцию в Европе никогда не ждали. Это просто была манипуляция Турции за все это время. А мне казалось еще лет 8 назад, что сами турки этого хотели. Я же бывал в Турции. 50 с лишним лет, да, ну и хотят. 50 с лишним лет даже до Эрдогана, когда были лояльные лидеры Турции, держали предбанники. Почему тогда не пускали? Вот обратите внимание на высказывания бюрократов европейских. Сейчас начали возмущаться, что вот Турция вот как бы так поступает, авторитарный режим, диктатура, а могли бы и войти в Евросоюз. Вдруг они почему-то возмущаться начинают. Почему? Потому что после этого Турция становится совершенно другой. А может быть и будет сближаться с Москвой. Европа же не хочет, чтобы Турция будет сближаться с Москвой. Анкара и Москва будут каким-то образом объединять свои усилия. И Европа этого не хочет. И Соединенные Штаты этого не хотят. Поэтому сравнивать все, что происходит сейчас в Турции, то же самое все, что происходит в России, нельзя сравнивать то, что есть годами в Европе. Совершенно разные страны, разные общества. Эти общества, что Россия, что Турция, требуют централизации власти. Нельзя раздавать власть по разным структурам. То же самое, что Бинали Йылдырым, допустим, хотя он премьер-министром был, да, у него тоже были огромные, как говорится, полномочия. Я в предыдущих передачах тоже сказал, повторюсь, в корабле два капитана только мешают. Так же и Наполеона слова могу вспомнить, что два хороших генерала хуже, чем один плохой. Понимаете? Управление нужно централизованное. Именно в этом историческом периоде Турции. Дальше, может быть, и будет что-то иное. Я не знаю. Слушайте, ну, предыдущие ораторы говорили о том, что сила Турции как раз в том, что у нее демократическое все-таки правление. Вот этот вот раскол почти пополам, думаю, нам это демонстрирует. Можно считать практически в прошлом. Вот тот тренд на светское государство и демократизацию Турции, и движение ее к Европе, что сопровождало, кстати говоря, потом уже экономическим подъемом. Я бывал в Турции пару раз. Действительно, экономические успехи вызывают большое уважение. Все это, я думаю, что уже в прошлом потихонечку будет отходить, потому что капитал сейчас, насколько мне известно, уже национальный, начинает потихоньку бежать из Турции. Я сейчас это ощущаю по некоторым предложениям там, по балканским странам Европы и так далее.
Вот. Ну, это, как говорится, выбор турецкого народа, мы не можем ему там препятствовать, да? Но совершенно очевидно, что вот не могут быть интересы России и Турции стратегические при нынешних правителях увязаны в какой-то пакт, союз и так далее. Совершенно очевидно, что Турция за последний год уже дважды становилась другом и дважды врагом России. Естественно, при росте амбиций, а они будут обязательно расти, того же Эрдогана и вообще Турции под его руководством, совершенно очевидно, что будет столкновение по Ближнему Востоку, по Сирии. Совершенно очевидно, что будут проблемы в Черном море. Совершенно очевидно, что будут нарастать проблемы, связанные с традиционной поддержкой России курдов. А Россия все время поддерживала курдов, в том числе тех, которые представляют реальную, как я говорю, с позиции турок, угрозу для монолита турецкой нации. Они так, по крайней мере, считают. И, естественно, такие вот стратегические разногласия, они в ближайшие годы, может быть, даже месяцы уже, вылезут какие-то осложнения наших взаимоотношений. Ну, как это было, моментально были друзьями, тут же, так сказать, операция против так называемых туркоманов, бомбардировки, тут же сбитие самолетов, и тут же чуть ли не вооруженный конфликт на территории Сирии. Ну да, поэтому последние события. Совершенно очевидно, что вот эта исламизация страны, даже с точки зрения заявлений первых лиц, что мы мусульмане, не может глава ни одного государства в мире не должен заявлять о том, что мы там мусульманская страна, или мы христианская страна, или мы страна там атеистическая страна, или какая-то еще. Потому что государство во всем мире выполняет свою роль тогда положительно, когда оно является светским. Как только оно становится исламским, христианским, каким-то еще, все, это означает, что свобода одних и репрессии для других. Таким образом, мы получаем на границах крупнейшую державу, которая превосходит к тому же нас серьезно в разы в военно-морском флоте в Черном море, которая превосходит нас по ряду других компонентов в вооруженных силах, который, к тому же, еще раз подчеркиваю, является до сих пор членом НАТО. Понятно, что НАТО сейчас будет пересматривать свою стратегию в отношении Турции, совершенно очевидно. Там какие-то будут приняты шаги и меры, я не, там, в этом абсолютно убежден, моя личная, частная точка зрения, но думаю, что это будет обязательно сделано. Тем не менее, России-то от этого ничего хорошего не будет. Другое дело, что Путин сейчас думает, что вот наличие авторитарного государства на наших границах укрепит его авторитаризм. Это так же, как авторитаризм там, Туркмении там, или Узбекистана, или Казахстана, вроде бы с батькой Лукашенко, да, укрепляет позицию Путина. Но это иллюзия, потому что мир идет по другому пути. И мы все дальше и глубже задвигаем сами себя на политическую обочину, обочину прогресса, обочину научно-технического прогресса, социального прогресса и так далее и тому подобное. Турция делает то же самое. У них сейчас этот процесс просто начинается. Вы, по сути дела, ответили на мой незаданный вопрос. А может, и хорошо им будет вот таким вот знаком лидером? Народу не будет хорошо. Если уже там тысячи журналистов находятся в тюрьме за то, что они пропагандируют нормальные общемировые ценности, а европейские ценности сегодня являются доминирующими общемировыми, то ничего хорошего в этом не будет. Так же, как и наши журналисты. Посмотрите, во что мы превратили наши центральные телеканалы. В информационную помойку, которая, так сказать, самая насаждает жуткие и отвратительные пропагандистские штампы. Дорогие коллеги, можно мы Катерину Шульман послушаем, давайте, которая, конечно, прибежала с лекции и выступит у нас с комментарием о турецком референдуме. Здравствуйте. В оставшиеся буквально-таки 7 минут, что вам сказать хорошего по поводу турецкого референдума, такого, чего еще не было сказано предыдущими ораторами? Значит, могу сказать, что сравнение наших режимов – это вполне валидный, скажем так, путь рассуждений, потому что с точки зрения политического устройства и с точки зрения политического режима сходство очень большое. И те, и другие промежуточные автократии с элементами демократического устройства, с лидерами, склонными к авторитаризму, с на самом деле более сложным социумом, чем эти лидеры пытаются представить, с использованием внешней политики для внутриполитических целей, с риторикой, которая сегодня одна, завтра другая, с использованием, заигрыванием с религиозными, скажем так, тематиками, но при этом с стремлением не допустить реального влияния религиозных организаций и групп. И Эрдоган хочет быть одновременно наследником Ататюрка и главным мусульманином, как, в общем, и у нас тоже. Наша верховная власть хочет быть одновременно и светской, и православной, но при этом не слушать православную церковь, а наоборот ей указывать, как ее
надо жить и как ей себя вести. Так что сходство есть, есть и различия. Основное наше различие, это, конечно, в структуре экономики. Турция – это не ресурсная экономика. Ее благополучие в гораздо большей степени зависит от туризма и торговли. В этом смысле ей труднее изолироваться. И это, наверное, одно из основных препятствий на пути к полноценному такому хардкорному авторитаризму. Потому что я продолжаю до сих пор думать, что несмотря на этот несколько пировый успех на референдуме, а пиров он потому, что это очень небольшой перевес для такой радикальной политической реформы, для того, чтобы менять конституцию таким образом, нужно действительно общенациональное согласие, его не продемонстрировано и близко, более того, продемонстрирован общенациональный раскол. Так вот, на пути к полноценной автократии препятствие – это вовлеченность в мировые процессы, в основном экономические. Можно какую-то там риторическую войну с Европейским Союзом устраивать, можно там публично громко ругать каких-то голландских там министров, что они неправильно посадили самолет или не пустили, там не встретили. В общем, какие-то такие, знаете, вот эти вот символические возмущения, на которые режимы нашего типа тоже чрезвычайно гораздо, они всегда волнуются, что их не уважают. Так вот, это разговоры, а реальная изоляция, то есть построение крепости Турция по аналогии с крепостью России, оно затруднительно, потому что они зависят. Еще раз повторю, и от торговли и от туризма. А другое различие наше – это совсем другая демографическая пирамида. В Турции гораздо больше молодежи, более молодое население, присутствует этот самый демографический навес знаменитый, который хоть и не гарантирует нам возмущение внутри и войну снаружи, но, в общем, коррелируется с ними в большей степени, чем такая стареющая демографическая пирамида, как наша. А кроме того, в Турции гораздо более мощным актором является армия, и она это продемонстрировала в ходе несостоявшегося переворота осенью 2016 года, и совсем другая роль религии. Там действительно религиозный энтузиазм, религиозный фанатизм, в общем, реальная религиозная вера, которая влияет на поступки людей, а не только выражается в каких-то ритуалах по праздникам, а там это вполне фактор, и фактор внутренней политики. Поэтому, собственно говоря, там верховная власть такую занимает, промежуточное такое старается занимать положение, вроде как заигрывать с исламистами, вроде как их там немножко и терроризировать, или даже немножко тех исламистов, которые юленисты, которые вот неправильный ислам у них и вообще неправильное поведение, их там по итогам переворота 16 года очень сильно репрессируют. Что, собственно, из всего этого следует? По итогам референдума Эрдоган ведет себя так, как будто он получил 80%, а не 51 с копейками. Он сразу заговорил про смертную казнь, я так подозреваю, что это для ушей Европейского Союза, чтобы продемонстрировать, какой он решительный и жесткий. И, кроме того, это такая хорошая планка, от которой можно будет потом отказаться, если что, сказать, ну ладно, хорошо, смертную казнь так и быть, значит, не будем вводить. По принципу, а мог бы и, значит, бритвой по глазам, это очень распространенный политический прием. На самом деле им надо опасаться внутреннего раскола, им надо опасаться того, что в условиях, когда побережье и крупные города проголосовали против реформы, а внутренние сельские районы проголосовали за, в общем, довольно трудно демонстрировать это самое общенациональное единство и трудно производить какие-то решительные внутриполитические развороты. Так что посмотрим, как у них на самом деле будет происходить этот процесс. Понятно, что Эрдоган сейчас будет изображать из себя 100% триумфатора, но на самом деле, еще раз повторю, их фактор риска – это внутренние несогласия. Это противоречие внутри страны, а не великая большая геополитическая игра, которая на самом деле имеет значение только тогда, когда она соответствует объективным внутриполитическим тенденциям. Екатерина Шульман, спасибо. Вот, к сожалению, на этой ноте мы должны закончить наш разговор о полномочиях президента Эрдогана, о турецком референдуме. В студии были... Никакого значения не имеет объем полномочий. Геннадий Владимирович Кутков, политолог, Фуат Аббас, журналист, спасибо, руководитель Центра информационных инициатив. По скайпу Екатерина Шульман, политолог, Николай Клеменюк, журналист, востоковед Алексей Малашенко и корреспонденты Радио Свобода в Турции. Вела программу Елена Фанайлова.